Короче, все у нас начинается момент, позиция. Кто знает, он в курсе, что это такое. Пока я буду оставаться гуфом из центра, я буду качаться на студии, качать на концертах. Даже если за несколько тысяч километров и встретить некому, мы звоним нашему спецагенту. На бежевом опеле Вектра встретить нас в Домодедово утром в среду. И даже если сам он в Медведково, пробки конкретные он встретит с плотно забитой пипеткой. Круто прилетать откуда-нибудь издалека, знать, что тебя ждут дома, как и всегда. Потом попросить огня, скосить глаза и смотреть, как под стеклом тлеет гидропоника. Сам сравни, что лучше со своими людьми, развалившись фантазировать на тему всякой фигни. Лишний раз оценить качество московских бошек или в такси. Не пизди, не кури, смотри в окошко. Известен широко в кругах узких, вычислить нелегко, он хозяин белорусской. Мерси, Микос, Забитос, а ты чувствуй респектос нехуйственный, от белки до кузни. Сейчас отчаянно тут придумаю, скажу. Короче, кто хочет, приходите вообще через Попенгаген на Палкин-стрит в Дангах. Мы вам, блять, там все сделаем, хотите так, этак. А, вот еще есть такая тема — под колпак. Значит, кто хочет узнать, что такое под колпаком, и вопрос, знаете сами, куда звонить. Программа «Антисон». Это программа «Антисон», да. Ты наберешь один раз, потом тебе в ответ раз 10. Ночью в 3-5, похуй, где-то в каком городе. Пиздец, вообще, лучше не надо. Домашний телефон. От кузни до белки, иногда на Мичуре. Мы всегда здесь, на месте. Но мы не курим, не употребляем ничего. Да, это правда. Короче, пиздец. Оптимизировать, взаимодействовать. Могу намутить. Там, конечно, нарежет вся хуйня, вот и прочее. Погоны, дудка, булики. Под соняриками мы тоже ляпки копаем. Водный решает. Да я хуй знает что. Колпак не шутки, серьезно, замес лютый. Я не скажу, где мы берем. Ну что, я думаю, все, наверное. Пиздец, хуй знает. Мы должны вернуться. Вернуться? Куда? В комнату, где очнулись. В начало.